Ежегодно 22 августа Многонациональная Россия отмечает День государственного флага. Последние несколько лет к этому празднику присоединяются и жители ДНР. Отпраздновали День флага Российской Федерации вчера и в Харцизске. Торжественное мероприятие прошло на площадке перед городским дворцом культуры. Есть даты, которые объединяют нацию, выражают дух народа, символизируют его славное прошлое, настоящее и будущее. К их числу, несомненно, относится и День российского флага, который ежегодно отмечается 22 августа. Это один из самых молодых праздников современной России. В этот день граждане отдают дань уважения символу государства, прошедшего долгий героический путь становления. В Харцизске в честь праздника подготовили тематический концерт под названием «Под флагом России». Флаг России над Донбассом – это символ единства и неразделимости. Я желаю каждому из вас здоровья, достатка, благополучия, мирного неба. С праздником, дорогие харцизяне! В Донецкой Народной Республике на сегодняшний день проживает порядка 300 000 человек, имеющих паспорт гражданина Российской Федерации. Поэтому День государственного флага России – это праздник, который объединяет патриотов российского государства, тех, кто чтит его государственные символы, героическую историю, многонациональную культуру, вековые традиции, верит в достойное будущее. В ходе концерта, подготовленного творческой командой городского дворца культуры, прозвучало немало тематических и патриотических песен. В этом бою я в строю, я верю в правду свою. Под аплодисменты зрителей площадку возле Дворца культуры заполнили воспитанники танцевальной студии «Черная пантера». Этот яркий и патриотический номер стал финальной точкой праздника в честь Дня государственного флага Российской Федерации.